Сегодня на запасном поле в Черкизово состоялась последняя перед вылетом в Албанию тренировка красно-зеленых. Погода в Москве ветреная, но совсем не декабрьская, так что занятия прошли на натуральном поле отличного качества. Предстоящий матч – последний в первой части сезона. Чрезвычайно важен он и с турнирной точки зрения. Все хотят продолжить выступление в Европе. Команда сделает для этого все возможное. Но и соперник совсем непрост. Ну, не так давно играли с этой командой, и все помнят, что это за соперник была тяжелая игра. Но более конкретно, я думаю, уже завтра в Албанию прилетим. И тренерский штаб нам покажет видео последних игр. Нужен результат, и, конечно же, это победа. Но какие расклады могут быть, я не знаю, ничья, ничья. Ну, настраиваться нужно на победу.